в'їжджаємо у звільнене українське місто Ізюм. Нічого не осталось. Я вам хочу сказать, что Ленераз Денерой хуже, чем русские были. Вот такие автографы поставляли здесь, в Изюме, убегающие российские оккупанты. И, судя по всему, своими командирами они были не слишком довольны. Вот так сейчас выглядит город Изюм. Ну, практически вот самые знаковые его места. Вот это, например, был автовокзал. Вот кто ездил, например, из Харькова на Донецк, вот по этой трассе. Я очень много раз ездил по этой дороге, она мне очень хорошо знакома. Я все время проезжал, вот в том числе мимо этого вокзала. Это Изюмский автовокзал, вот там дальше дома. И вот здесь просто вот эта вся трасса, она сейчас, все дома побиты, уничтожены. И все это произошло не сейчас, когда украинская армия восстанавливала контроль над городом, потому что сейчас боев за Изюм практически не было. Россияне убежали отсюда почти без боя. Это все произошло в марте, когда российская армия штурмовала город, и она просто безжалостно разрушала все. Вот они просто били по жилым домам, по школам, без разбора, по памятникам архитектуры. Вот просто в этом городе было очень много достаточно старинных домов, но они сейчас все практически разрушены, повреждены. Очень больно на это смотреть. То есть вот российская армия вела себя именно как варвары. Их цель была как нанести как можно больше урон. Они не считались абсолютно ни с какими жертвами. И, похоже, и цель была, наверное, в том, чтобы все здесь разнести, а потом уйти, потому что им на самом деле не жалко. Это же не их город. Они понимают, что они на чужой земле. Просто вот они устроили такую карательную операцию, пришли сюда, все здесь разнесли и ушли. Абсолютная тишина. Видно, что здесь нет людей. Люди повыезжали. Такая мертвая тишина, как будто Припять, ни души. Дома выгорели, очень сильно пострадали. Вот так выглядит автостанция. Отсюда раньше ходили автобусы. Разбито здесь все. Вон все постройки вокруг. Выбиты стекла. Сейчас здесь никого нет. Ну, само здание целое, но ему нужен капитальный ремонт. Кстати, здесь слышны звуки боев. Я не знаю, слышно ли вам. Звуки прилетов и исходящих. Потому что мы находимся рядом с линией фронта. Вот здесь, видимо, был какой-то торговый центр, супермаркет. Вот от него сейчас уже мало что здесь осталось. Это последствия прихода в Изюм русского мира. Дальше тоже видим здесь серьезные разрушения. Вот жилой дом очень сильно пострадал. Мы видим, снесена крыша. От взрывов вылетели полностью не только стекла, но и рамы. Мы видим, что нет окон. Вот очевидный был прилет. Здесь уже успел вырасти за лето подсолнух. Напоминаю, что город бомбили русские в марте. Вот это удар, воронка. И здесь вырос такой вот одинокий подсолнух. Из школы там вырвы такие в дом, наверное. Не ще не було, а расскажите нам. Я вам советую. Це вже засипан. Вони ж сволочі заставили позасипати людей, типа люди, убирайте свій город, тут ходили благоустрій, в общем, людям пайок якийсь давали, щоб люди убирали город. Якби ви побачили цей Армагеддон сразу після бомбіжки, тут було все засипано. Оце вони вирви спеціально засипали, щоб, ну, щоб, знаєте... Це в марті, да, було? Це, да, це було в началі марта. От там по всьому парку вирви, четверта школа, і отут рядом з четвертою школою там вирва була. Ну, в 4 рази більше, чим оця. Ви в 4-ту школу там підіть і подивіться, що вони оце поробили. Оце вона за нами, так? Да? Оце вона за нами, 4-та, їх ними роздолбана школа.
школа старюча. Внизу перша школа старюча, теж ж бомбами розбомбили. Знущалися ЛНР і ДНР. А вони тут були, так? Да? Вони тут були везде, на кожному посту. Вони тут постів наробили через кожні 50 метрів. Ну, в городі, а у нас за річкою, тільки проїжджаєш 200 метрів, пост. І оці грабили, вскривали гаражі, крали все, що в гаражах, велосипеди, машини, консервацію, все, що тільки можна було вкрасти. Ходили по дворам, ногами вибивали калітки, заставляли, щоб днем калітки були відкриті, бо ми заходимо і що хочемо, те беремо. Узнавали десь, де живуть атошники, не знаю, яким вони макаром це узнавали, де живуть атошники. І ото, якщо кого знаходили, знайшли там одного, він такий, ну, інвалід дуже був, та вони його там так побили, страшне, ну, в живих оставили. Одного знайшли тільки двір, бо він утік, ну, ілі втік, в общем, ну, коротше, його не було. Коли вони зайшли, його не було. Розстріляли весь двір, постріляли, машину з гаража вигнали, забрали. Крали все, все забирали, все почисто, чашки, кружки, ложки. Ну, це іменно ДНР, ЛНР. ДНР і ЛНР забивали, коври, дорожки, все знімали. Труси, люди поуходили, ну, потікали і на сусідів там поставляли свої дома. Це моя подружка каже, прихожу перевіряти, каже, що ж вони там були, що ж вони робили. Вигребли, каже, і труси, і лівчики ношені, все, що на полках женське було, більйо й те позабирали. Не говоря вже про кастрюлі, каже, вони не нові кастрюлі були, там і сковородки, все позабирали. Я вам хочу сказати, що ЛНР з ДНР хуже, ніж русські були. Хуже. Насилували жінчин, де подальше, ну, ми жили возле, я ж говорю, що штаб недалеко був, вони там, видать, боялись, бо русські з ЛНР не дружили. Вони їх гнобили, вони їх за людей не вважали ЛНР. Вот. А там, де подальше, де так от, ну, глубинка, от, частний сектор, там і дівчат насилували, да, не тільки грабили. Люди жалувалися. Тож заходить в двір, в дом, бере, що хоче, при людях, прямо при людях. І наші ж люди є такі, що доносили сусід на сусіда, і таке було. Таке впечатлення, що тут все необітаємо. От дом он побитий стоїть, окна вибиті, дом цілий, але людей нет. Вот детки получили гуманитарку, несут. А это был какой-то банк, такой вот классика из 90-х. Судя по архитектуре, это какой-то вот из первых банков, которые здесь построили когда-то. И вот теперь он разбит, выгорел. Некоторые дома в Изюме выглядят прямо так. То есть здесь была жилая многоэтажка, она полностью сгорела, ничего не осталось. А здесь... Вот мы видим целые дома, есть и такое, то есть вот буквально рядом совершенно такая противоположная картина. Вот все, что осталось от знаменитого солнцепека, того самого, вот его разорвало на части буквально точным попаданием, вот, и вот, вот так он выглядит. А это вот от него валяются различные запчасти. Не посчастливилось. А это танк, который тоже с буквами Z. Видимо, просто бросили его. И вот такой вот надпись на стволах. Работайте, братья. Аллах Акбар. Ну, не помог Аллах. И... Посредине разбомбленного солнцепека одиноко торчит обгоревший российский флажок. Вот такая вот тряпочка от него осталась. Не повезло. Ну вот у меня за спиной, вы сейчас видите, как выглядят некоторые пятиэтажки Изюма. То есть сюда попадали авиабомбы, и мы видим, что полностью там вот, видите, такой провал. Вот здесь был дом, и вот нету части дома, его просто полностью уничтожен. Местные жители рассказывают, что здесь погибли десятки людей, вот в этом уничтоженном доме, здесь под завалами. Но точно никто не знает сколько, потому что это все происходило, разбор завалов происходил в период оккупации. И, естественно, оккупанты не публиковали информацию, не признавали, сколько людей они здесь убили. Поэтому пока что мы не знаем, это все, очевидно, будет установлено только в ближайшее время. Вот на одном из этажей мы прямо видим, что остался, вот чудом не упал шкаф.
И вот прям, смотрите, все с вещами, даже вот вещи уцелели, все висит. А вот как будто люди просто ушли, знаете, оставили это все. И вот оно не пострадало, осталось, но добраться теперь к вот этим всем вещам невозможно. Так выглядит выезд из Изюма в сторону Донецкой области. Вот кто ездил из Харькова на Донецк, хорошо знают эту трассу и это место. Здесь был такой рынок, ларьки, магазинчики. Здесь можно было купить пирожки, выпить кофе. Вот все обычно тут останавливались. Был такой супермаркет тоже. Сейчас ничего этого нет, полностью все уничтожено. Вы видите вот такое варварское нашествие. Россияне просто вот уничтожили все, как Мамай прошел. И, конечно же, Изюм будет отходить от этого очень долго. Вот все это отстраивать, делать, потому что, конечно, это очень тяжелейший удар по городу, по людям. И россияне, конечно, могут быть уверенными, что мы всего этого никогда не забудем и никогда не простим того, что они здесь натворили. Изюм освобожден, но понятное дело, что полгода российской оккупации обойдутся ему очень дорого. Восстанавливать город, ликвидировать последствия того, что здесь натворили российские военные преступники, придется еще наверняка не один год, и стоить будет это немало денег. Ну а погибших людей, которых здесь счет идет на сотни, уже никак, к сожалению, вообще не вернуть.